Даю команду вам, давайте. Стихотворение называется «Южный город Анадырь». Оно прочитано в данный момент будет в поезде, едущий в Херсон, нашей поисковой группе из 3 человек, которая не знает, что их там ожидает далее. Но план есть. А зима началась, перспективы хорошие, да. И поэтому южный город Анадырь. На полярной станции круглый год. Холодно, как в проруби, ёшкин кот. Из палатки выглянешь, снег, пурга. И медведи белые, дофига. Котики моржуются, а песцы лают, жиру бесятся стервецы. Спирт в бочонке кончился. Вот беда. А полярных летчиков нет следа. Нам бы к югу трошечки, в Анадырь, прикупить морошечки, да пузырь, в теплом чуме с чукчую покутить, танцы с чукчи дочками замутить, на оленях в упряжи просвистать, да пельменей мисочку опростать. Спорим, в карту тричимся, трем до дыр, так уж всем нам хочется в Анадырь. Манят, манят южные города. Просто еще как. Долго ждать до отпуска. Просто мрак. Ну все. Отлично. Отлично.